Доброго всем дня, доброго всем здоровья, мои уважаемые подписчики. Я сегодня варю рыбный супчик, это мой фирменный рецепт. Если уж мы варим рыбный супчик, то только вот по такому рецепту. Друзья мои, вот смотрите, я покупаю на рынке вот такие вот хвосты. Вот такие хвосты лосося. Значит, креветочную рыбу я ложу немного. У меня не филе, все кусочками. Одну картошечку, значит, я ложу для сытности. И немного булгурчика. Значит, сначала варю картошечку до готовности. Потом закладываю рыбку. Вот она у меня, смотрите. Беру на рынке по 200 рублей. Вот такой вот лосось. И жарю его, и супчики варю. Но мы любим, как бы сказать, супы такие рыбные, чтобы они были острые, в таком китайском, корейском стиле, так скажем. Вот. Вот, значит, у меня варится здесь лосось, значит, креветочная рыба. Сейчас я добавлю вот парочку креветочек вот таких вот обязательно сюда для вкуса. Вот. Вот у меня какая смачность, какая вкуснота и красота. Попробуйте сварить вот такой вот супчик. Я добавила аджику абхазскую. Попробовала, он у меня острый. Значит, добавлю, вот смотрите, укроп, петрушку, все это у меня заморожено. И большую ложечку сыра я сейчас сюда добавлю. Друзья мои, я много раз была во многих ресторанах, заказывала рыбные супы, но мой супчик вот этот мне нравится больше всех. Попробуйте изготовить по этому принципу. Ставите воду с картошечкой, одну картошечку я. Значит, немного булгура, вот где-то прям, ну, наверное, четверть стакана граненного, четверть стакана булгура. Значит, лосось, парочку креветок я бросила для вкуса и креветочная рыба. Вы можете, как говорится, любую рыбу соединить, то есть не обязательно. И сейчас в конце я добавлю зелень и, вот я говорю, столовую ложку плавленого сыра. Друзья мои, это просто, ну, слов нет. Улет. Супчик будет улет. Очень нам нравится с мужем. Мы вот эти вот хвосты берем. Они дешевые, очередь, правда, но ничего. Стоим. Вот, пенсия у нас маленькая, но зато мы эти креветки я вообще штучек только по 5 беру. И варим вот такие вот супчики. Друзья мои, они не только вкусные, он еще очень полезный. Очень и очень полезный этот суп. Поэтому готовьте на здоровье. Наслаждайтесь этим супчиком. Он варится очень просто. Я просто почистила эти хвосты, вот эти лососевые, разрезала их пополам. Я их и жарю, а жареные какие они вкусные. И запекать можно. Всем пока-пока.